Всем привет на нашем канале. Какое-то время назад я распиливал в очередном порядке дерево и получился вот такой спил. Очень интересный, оригинальный, симпатичный, с определенным узором. Красиво. Со второй стороны он был вот таким. Совершенно отличается. Так, где-то близко что-то похожее и все. Что нужно сделать? Если соединить эти два спила, они будут совпадать. Но что там изображено внутри? На той плоскости и на той. Всего-навсего нужно просто попробовать эти два изображения соединить, провести всевозможные направляющие и попробовать вообразить, что там изображено. Те, кто справится с этим, отгадает, ждет приз. Приз имеет две части, значит, соответственно, может быть два человека, которые смогут выиграть. Это, конечно, сложно, но я вам скажу, это того стоит. Вот так вот. Всем большой удачи. Выигрывай в конкурсе, получай приз.